Здравствуйте. Мы оказываемся в замерзшей пещере. Это, в принципе, будет зимний ледяной уровень. Так что да, насладимся эстетикой и приятной музыкой. Этот уровень примечателен не только этим, но еще и тем, что здесь переосмыслена охота за цветными ключами. Теперь это скорее охота за генераторами, которая питает цветные силовые поля, которые препятствуют нашему передвижению. Вот, например, одно из них. Оранжевый генератор. У него даже провод такой оранжевый. Также здесь вернулись наши еще одни старые знакомые. Это такие невидимые солдаты, которые стреляют плазмой. Которые же из Ancient Aliens. Отвратительные ребята, но задизайнены достаточно хорошо. Так, отключив генератор, мы получили доступ к супердробовику, который нам позволит справиться с всем этим нонсенсом. Гораздо эффективнее. Так, ну, мы с ними еще увидимся. Также нам открылся проход вот сюда. Здесь мы продолжим исследовать прекрасные ледяные ущелья. И знакомиться с его фауной. Я не знаю, мне очень нравятся зимние уровни в Doom. Они довольно редки, или мне просто редко попадаются, но я прям люблю эту эстетику. Так, вот эти кокодемоны послужат великой цели. Они будут сражаться вот с этим манкулом за право получения великой чести, а именно дроби в живот. Мало ли кто выживет после этого. Так, пока они тут разбираются, мы пойдем расстреляем вот этого манкуба. Упс. Ну ладно. Так, вы заканчиваете? Так, все чистенько. Пока что. Здесь мы можем найти синий генератор. Мы его отключаем. И сразу бежим обратно в пещеру. Потому что здесь появляется куча невидимых гадов. И там внизу тоже. Оттуда из ворот летит вот этот вот чувак. Мы его подождем. Потому что спрыгивать мы отсюда пока не будем. Он подлетел. Мы его убиваем и идем вот к этому секрету. Берсерк нам пригодится. Так, открылось синее силовое поле. И мы попадаем в такое... камеру, я не знаю, или хранилище ледяных ископаемых. Сейчас, секундочку, мы тут с персоналом разберемся, местная лаборатория. Ну вот, вот такие вот измененные ревенанты, которых, видимо, откопали где-то во льдах. И сейчас мы займемся наукой, мы будем их размораживать. И, разумеется, исключительно с научным подходом. А именно с использованием лавы. Мы нажимаем этот переключатель и видим, что резервуар заполняется лавой. Далее вот по этому желобу лава попадает в эти комнаты. И
после этого ледники начинают таять. И мы горячо приветствуем наших отмороженных. Особенно вот этого. Ну а с отмороженным бароном мы пожмемся за руки. Упс. Кажется, он не рад знакомству, но его никто не спрашивает. Отлично. Вот правильно, давай так. Стреляем импульсом на той площадке. И этим переключателем построим такой вот мост. Включаем красный генератор. Появляется много невидимых засранцев. Убежим вот сюда. Здесь их более удобно принимать. Также они пинки отвлекают или подранят немножко. Их иногда не видно, пока они не подойдут вплотную и не начнут стрелять. То есть они появляются тогда, когда начинают стрелять, по сути. И можно не видеть их передвижение, и ты увидишь только тогда их, когда в тебя плазма уже полетит. Это интересный дизайн. Врага именно. Вот, вот как в этой ситуации, например. Даже границы вот этих вот силовых полей окрашены в их цвета. Вот здесь будет небольшой бой, он может пойти не так очень быстро. Из вот этой вот стены после нажатия этого переключателя побегут невидимые засранцы, и, как правило, это решается парой ракет. Посмотрим, как сейчас будет. Это пошло не очень хорошо. Ой, это идет отвратительно. Ладно, мы выжили. Ничего страшного. Так, да, наверное, давайте откроем дверь. Возьмем вот здесь вот аптечку, чтобы намного эффективнее использовать синюю сферу, которая находится вот здесь. Отправляемся защищать последнюю арену. Вот защищен зеленым силовым полем. Чтобы туда попасть, нам нужно два зеленых генератора отключить. Так вот. Вот один из них. И другой находится на противоположной стороне. Стараемся сделать так, чтобы лайты проводили время эффективно. Так. Включаем этот генератор. И дальше просто зачищаем эту площадь.
остались ревенанты только. Ящик даже расплавился в этой жидкости. Красота. Ну это все. Так что да. Падаем вот в это вот отверстие и завершаем уровень. Я люблю этот уровень. Он эстетически прекрасен. Я, как я уже говорил, я люблю зимние уровни. Практически каждый из них, он волшебный, я помню, целый эпизод был в Эвитюнити. Вот такого же примерно толка, то есть различные зимние уровни с прекрасной вот такой вот спокойной, загадочной такой музыкой. Просто потрясающее эстетическое удовольствие, прям вау. Ну и плюс вот эта вот сцена с разморозкой, то есть она простая, по сути, то есть, грубо говоря, это ты просто нажимаешь переключатель, и из ящиков появляются монстры через некоторое время, как это обычно в Doom. Но то, как это здесь исполнено визуально, это очень креативно, если задуматься об этом. Ладно, спасибо большое за просмотр, и всего доброго!